вечер, дорогие друзья! Сегодня в нашей программе «Актуальный репортаж» мы вам расскажем о Барандов Студио, о крупнейшей киностудии в Европе и что происходит там интересного. Начнем с того, что это действительно крупнейшая и старейшая киностудия в Европе. Она основана Вацлавом Гавелом, точнее его родственниками, которые поехали в Голливуд, и там они увидели, что какие-то модные американцы организовали глобальную киностудию в Голливуде. И они поняли, что в Праге есть аналогичная локация, то есть тоже она стоит на горе, и вокруг нее можно сделать какой-то частный сектор для таких приличных людей. И они решили создать киностудию прямо в Праге. Купили какой-то участок и организовали там киностудию. То есть я хочу вам сказать, что в общем эту киностудию сделали такие же простые ребята, как мы, такие же двуногие, такие же. Это не какие-то не супермены, не бэтмены там и тому подобное, просто обыкновенные люди, которые поняли, что это интересно, что это хорошо, и они создали эту киностудию. Точно так же, как в Голливуде ее создали, такие же обыкновенные американцы вроде нас. То есть, собственно говоря, если вы хотите организовать киностудию где-то у себя, то вот вам информация к размышлению. И что же может быть интересного на Барандов Студио для тех, кто все-таки не создал свою киностудию, а хочет воспользоваться ее услугами? В первую очередь это может быть интересно фотографам, клипмейкерам, фильммейкерам, ну, кинематографистам, так скажем. Чем интересна Барандов киностудия? Она предоставляет полный спектр услуг. То есть, в целом, как это выглядит? Вы просто звоните или пишете там на e-mail, присылаете свои эскизы, вам шьют костюмы, утверждаете эти костюмы, показывают фотки этих костюмов по размерам, потом делают вам декорации, присылает вам фотографию декораций, выставляет свет, камеру. Потом вы приезжаете со своей рабочей группой, с актером, с операторами, все стоит уже, камера. Гримирует актеров, примеряет им костюмы, они выходят, нажимается на кнопочку, мотор, и начинается съемка фильмов. То есть практически не тратится время на подготовку. То есть то, что время, то, на которое вы арендуете аппаратуру, камеру, ну, в принципе, вы можете со своими камерами приехать, сейчас это доступно, люди имеют свои реды там и так далее. Тут, кстати, тоже сдаются в аренду реды, Red Dragon Epic, там в Праге это в пределах $300 смело. Также люди, которые интересуются стажировкой на киностудии, они хотят поучаствовать в съемках реальных фильмов и освоить специальность художника-постановщика, гримера. Есть у нас специальная великолепная студия пластического грима, спецэффектов, которые используются в кино. То есть это, ну, различные варианты обожжения, обморожения, шрамов, там, создания образов различных супергероев, монстров, то, что ценится в кино, а также сказочных персонажей. Все это вы можете освоить тут на киностудии. И что самое интересное, конечно, английский и чешский языки, но есть люди, которые прекрасно говорят на русском. И чем еще интересно это все? Тем, что в Чехии очень много средневековых замков, это 12-13 век, и в этих замках есть, помимо интерьера, мебель, реквизит, посуда аутентичная. И все это вы можете использовать в каком-нибудь кино- или фотопроекте. То есть, в принципе, если вы к нам обратитесь, то мы вам организуем экскурсию в эти замки, совмещенную с фотосессией. Вы можете взять модели или нанять их здесь, или взять их с собой. Костюмы мы вам сделаем. И можно в целом за один день снять великолепный клип,
великолепной фактурой. В принципе, аппаратура и студии есть, в общем-то, в этих странах, где вы живете, ну, в СНГ. Но замками там как-то не сложилось. И все, что касается средневековья, все, что касается реконструкции старины, тут лучшие ролевики во всем мире. То есть, к примеру, если вы снимаете какую-то современную историю, и вам захочется прокатиться в Прагу, попить пиво, которое, кстати, лечит, его даже доктора прописывают. То есть утром вы должны выпить козлика, в обед вы должны выпить дзянь урквил, и это оживит ваши почки, например. В сочетании с какими-то водами, которые здесь минеральные. То есть, если вы хотите попить пиво, попить минералки, совместить это с каким-то трудом своим кинематографическим, можете приехать, и вы убедитесь, что это сделать очень легко. Спасибо вам за внимание. Сегодня мы рассказали о крупнейшей киностудии в Европе, Барандов студия. Спасибо. С вами были IntegralTV.cz. Мусить працювати.